Меня зовут Дмитрий Печенко, я ведический астролог. В разные годы у меня было много разных веб-сайтов, не только астрологических. И всякий раз я их делал сам, своими руками. 18 сайтов я сделал за всю свою карьеру в интернете. Но времена меняются, технологии растут. И вот в очередной раз мне потребовалось сделать сайт, хороший сайт, профессиональный сайт. И я понял, что сам не осилю, нужен профессионал. Где искать профессионалов? Может быть, на Авито, на ХХРУ, где-то еще. Профессионалов, хороших профессионалов, надо искать на Ютубе. У хорошего профессионала есть профессиональный признак. Все, что он умеет и знает, он делится этим бескорыстно, безвозмездно. И такого профессионала я нашел именно на Ютубе. Кто это? Это Федор Васильев. И я в нем не ошибся. Дело в том, что я целый месяц посвятил тому, чтобы найти какой-то эксклюзивный шаблон для своего будущего сайта. Я его нашел. Но, как выяснилось, этот шаблон, да, эксклюзивный, красивый, очень техничный, но при этом самый проблемный. Так вот, Федор сделал все, чтобы этих проблем не было. Что-то где-то он поменял, какой-то движок или что-то, я не сильно в этом разбираюсь. Сделал все быстро, буквально там за 2-3 дня. Я медлил. Пока у меня созрела концепция сайта, пока я занимался его наполнением, тексты, визуализации, картинки. Но когда все эти материалы были готовы, потребовалось 2 дня, и Федор все сделал. Сделал шикарным образом. Мало того, он провел со мной мастер-класс, как правильно пользоваться админкой, что где настраивать, как что сохранять. В целом я очень доволен и каждому из вас рекомендую. Федор Васильев, лучший веб-мастер Российской Федерации.